Hola, amigos, на связи Матвей. Наконец-то это сбылось. С вашей помощью и поддержкой мы нашли много интересных и хороших способов по установке 60 FPS Fortnite Mobile на Android. Так что в сегодняшнем видео я вам расскажу про новый хороший стабильный способ установки 60 кадров в секунду Fortnite Mobile на Android, который будет актуален минимум в 2020 и 2021 году, это точно. Не буду долго тянуть, так что если вы впервые на моем канале, и если вы так же как и я играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку, тут вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile в СНГ. Также, если вы уже подписаны, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег Alternative Car в вашем ждебном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, я готов вам представить новый стабильный способ по установке 60 кадров в секунду в Fortnite на Android, актуальный на 2021 год. Честно говоря, данный способ не в новинку. Он был выпущен достаточно давно, но приобрел свою популярность совсем недавно, после обновления, когда накрыли тот способ с клонированием игры. Уверен, 100% из вас кто-то уже слышал данный способ, а именно он предполагает собой изменение 60 кадров в секунду Fortnite Mobile на Android через APK. То есть есть отдельный файл измененного Fortnite, то есть такая APK-версия, которую вы скачиваете и уже через эту ссылку открываете игру и играете. Да, здесь достаточно все сложнее, чем в предыдущем способе, который накрыли. Например, в предыдущем способе вы могли спокойно просто обновлять основную версию Fortnite, потом клон обновлять и, соответственно, весь конфиг, все изменения сохранялись. Тут достаточно все геморно, потому что на каждую версию Fortnite, то есть после каждого обновления, нужна новая ссылка APK скачивания. А также APK версия игры доступна только для девайсов определенных компаний, таких как Xiaomi, Honor, Huawei и Samsung. В общем, достаточно геморная тема, постоянно надо мониторить обновления, соответственно, когда обновление выходит, тебе надо находить новую ссылку для скачивания APK-версии Fortnite. Но по итогу, вроде бы как работает. Многие из моих подписчиков, из моих знакомых рассказывали мне про этот способ, предоставляли пруфы, что да, 60 FPS достаточно стабильные, они есть. И так как я понимаю, оставлять ссылки в описании под этим видео будет не актуально, потому что их достаточно геморно будет каждый раз обновлять после обновления самой игры, поэтому я сделаю так. Все желающие, которые хотят получить ссылку APK Fortnite с 60 FPS, можете смело писать в ЛС нашей группы канала ВК, пишите «хочу APK», тому подобное, пишите свой телефон, в общем, и мы вам присылаем ссылку. Помимо ссылок, моя команда также предоставляет вам некоторую помощь в настройках игры, да и вообще по Fortnite в целом. Так что, если у вас есть какие-то проблемы, если вы хотите получить APK, пишите туда, мы вам обязательно ответим и поможем. Также я подумал про людей, у которых нет возможности писать нам через ВК, поэтому вы смело можете писать по своим просьбам мне в Instagram, ну или в Discord. И да, хочу уточнить, чтобы получить именно через Discord ссылку, вам нужно, во-первых, зайти по ссылке в описании в наш Discord канал. Вы найдете меня там в списке участников этого канала, как самого главного, соответственно, пишите мне, ЛС открыт, отвечаю абсолютно всем. Да? Получается так вот все просто. Да, по сути гайда тут никакого нет, вы просто вот получаете ссылку APK-версии, устанавливаете и играете. Вся работа лежит на мне и на моей команде, потому что после каждого обновления Fortnite нам надо будет искать новые ссылки APK-версии Fortnite на 60 FPS, ну и соответственно потом все это предоставлять вам. Ну а также находить новые APK-версии, потому что они есть разные, некоторые более стабильные, некоторые вообще лагучие жесть. Но только я и моя команда сможет вам предоставить самые лучшие APK-версии для Fortnite Mobile на Android. В общем, да, как вы можете заметить, для вас это достаточно такой легкий способ установки 60 FPS, что не скажешь про меня и мою команду. Так что, ребят, кто из вас хочет играть в стабильный 60 FPS Fortnite на своем Android-устройстве, смело пишите в ЛС нашей группы канала ВК, мне в Instagram, ну или мне в Discord. Отвечаю абсолютно всем, ссылку получит абсолютно каждый. Сказать мне больше нечего, так что по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!